Красота ты моя, красота. Красота ты моя, красота. Да что ж такое? Да что ты там унюхал? Утро как-то начинается неприятно. Почему аккумулятор горит? Вроде машина новая. Ё-моё. Ну, надо сегодня заехать. Давление в шинах посмотреть. И все такое. И пусть аккумулятор посмотрят. Ёлочка. Вот так. Узнаете перчатки? Я на Хэллоуине в них была. Руль холодный? Вот приходится в перчатках ездить. Ну что, дорогие мои, профессия водитель – это не только весело, но и грустно. Сижу, мерзну, машина сдохла, сейчас приедет технарь, скорее всего, аккумуляторы, все потухло, загорелось АБС, не стали работать, даже двери не закрывали, сейчас я, слава богу, двери закрыла. Кое-как. Сижу, мерзну, жду. Технарь. Но машина не заглохла сначала. С утра началось то, что аккумулятор загорел на панели. И стало автономку включаю. Пока включаю автономку, воздух теплый идет. Выключаю, воздух холодный идет. Так что не все так весело, бывает и мрачно. Но, надеюсь, день пройдет. Сейчас поменяют аккумуляторы, посмотрят предохранители. И поеду дальше. Может, еще прокачу своих кошарика, двух кошариков. И пообедаю, согреюсь. Видите, нос немного красный уже. Вот такие у нас проблемы в работе. Что надо всегда тепло одетой быть, потому что в холодном автобусе зубы на полку положишь. Но день еще, как сказать, впереди. Все будет хорошо. Я, как всегда, с оптимизмом.
Увидимся, если не замерзну. Вот новый ремень поставили. Сняли сначала вот эти ремни. Поставили новый ремень. Все, обратно одели. Когда вы пошли учиться, кто-то по желанию, кто-то без желания, кто-то выбирал себе профессию, а кто-то случайно попал. Вспомните, как это было вообще. Припоминаете? Я случайно, например, попала. Кто-то доучился, кто-то не доучился. Все было. Кто-то бросил, а кто-то не бросил. Помните, как это было? И каждый мечтал потом устроиться на работу. Устраивались на работу, на любую работу. Лишь бы на какую-то устроиться. Потом думали, ладно, устроилась на работу. Вот чуть-чуть поработаю, а потом найду хорошую работу. Год, два, несколько лет проходит. И все работает, работает, чтоб не уволиться. Редко кто меняет профессию, редко кто меняет работу, редко кто решается на эти шайки. Но если вас просят, по какой причине вы ушли из предыдущей работы, скажите, а там зарплата была маленькая, просто на проезд, чтобы уехать, денег не было. Никто не спорит, что сложная работа, работа водителя. Тут не поспоришь. Сложно. Ну а кому легко-то? Если скажете, кому легко, подскажите, может, я профессию поменяю. Так, сегодня у нас среда. Убей, не помню, по средам тут можно стоять или нельзя. Сейчас на обед подъехала. Не на обед, а на разрыв. Что-то я с утра устала. Может, работу правда поменять. И как всегда, думаю, о, я ничего не умею. Нифига. В голове порыться мы умеем много что. На многое способны. Сегодня я с особенными пассажирами, с двумя кошачьими. Один лев, а другой кошачий мелкий. Львы же тоже к кошачьим относятся. Вот, один большой, другой маленький. Нянчица сидит, кошарика опять с собой взяла. Это работодатели думают, что мы ходим на работу ради работы, а мы на работу ходим ради денег. И вообще, работодатели должны понимать, они должны беречь работающих, потому что одни контролирующие и проверяющие останутся. И что тогда? Только начинаешь видео снимать, и как всегда зазвонит телефон. Вот ты всем понадобился, ядрит Мадрид в это время. Высадила я своих кошачьих. Мне еще 3 круга вечером сейчас сделать. Знакомая одна звонит и говорит, вот начала жаловаться я на
на удаленке. Я говорю, елки-моталки, лови момент. Когда ты еще сможешь днем опрокинуть шампусика, пивасика. Не знаю, надо воспринимать все нормально. Легче надо воспринимать. Вот начала я на дурсервисе опять работать. Они тоже говорят, ой, вы что, оденьте маску, пусть она хотя бы на подбородке у вас будет. Я не понимаю смысл. Одеть маску, я не понимаю смысла ее держать на подбородке. Может, я заболеть хочу? Мне скоро кровушку сдавать. А с антителами кровушка дороже стоит. Вот моя работа. Меня, наверное, полностью удовлетворяет. Это я недавно поняла. Потому что если с утра я иду на работу, еще бодрая, веселая, еще шучу, то под конец рабочего дня уже нет. Так что, друзья мои, кто на удаленке, не переживайте, вы лучше вспомните, что такое работа. Это представьте, с утра хочется есть, в обед уже хочется спать. А после обеда такое чувство, что уже пора домой. Так что радуйтесь, что вы уже дома. Поел, поспал, поел, поспал. Красота. Всем пока. Всех люблю, целую. Обнимаю. С вами Халтурина. Пока-пока. Ну...